Классно в родном городе посадить дерево. Это очень здорово. В руках вместо привычных ножей и скалок – лопаты и лейки. Сотрудники ресторана «Павлония» решили сменить свое амплуа и внести вклад в облагораживание города. Они подарят столице Дагестана десятки саженцев. Сегодня мы командой «Павлония» решили выполнить одну из самых главных миссий, которая есть у каждого мужчины. Вот, это посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Вот, дерево посадили, кто-то детей уже воспитывает. Дома тоже вот в процессе. Здесь, в аллее на Петра Первого, совсем скоро горожан будут радовать душистые и яркие павлонии. Это дерево известно тем, что цветет быстро, красочно и долго. По словам организаторов, акция по посадке саженцев будет продолжена, и эти прекрасные растения уже будут цвести на нескольких улицах Махачкалы. Наша компания «Юсов Групп» объединяет это улучшение людей, мировоззрение людей, обучение людей, также улучшение нашего города, озеленение. Мы будем продолжать, будем объединять людей, будем показывать пример. Просто посадить саженцы недостаточно, говорят сотрудники ресторана. Они понимают, чтобы дерево порадовало своим цветением, необходим постоянный уход. Коллектив «Павлонии» обещает следить за всем циклом развития деревьев. Конечно, мы планируем в дальнейшем тоже проводить такие акции. Во-первых, увеличивать зеленые насаждения нашего города. И, во-вторых, то, что посадили, тоже поливать, обеспечивать их, чтобы они выросли, чтобы радовали наш глаз. У этой экологической акции, говорят владельцы ресторана, несколько функций. Сплотить коллектив, внести вклад в озеленение города и привлечь внимание других коммерческих компаний к проблеме. Организаторы надеются, что их примеру последуют многие предприниматели. На самом деле акция очень крутая, потому что если вы подниметесь высоко в небо и посмотрите на Махачкалу, она вообще не зеленая, нету зеленых насаждений. И поэтому хотелось бы, чтобы вот такой же, скажем так, благой пример, какой сделала сегодня «Павлония», вот такую же эстафету передали и другие предприниматели нашего города и вместе сделали наш город более зеленым и комфортным для того, чтобы жить в нем. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.